Сейчас утро, и мы спали обе по 3 часа. Ей! 6 утра, спать по 3 часа, обожаю. Просто все время баст. Наконец-то зачекинились в отеле. В первом мы, получается, будем жить здесь сначала в одном месте, потом в другом, потому что хотим попробовать, как у нас это было, допустим, в Стане, в Стокгольме, побыть в разных районах, в разных местах. И сейчас мы супер голодные и идем в поисках еды. В общем, дождь льет, холодно, но у нас есть горячий кофе. И это классно. Я обожаю детские книги, особенно вот такие красивые. Доброе утро! Ну что, доброе утро всем! Сегодня, получается, наш второй день и полноценный первый день в Париже. Рассказываю историю, почему, в принципе, я здесь и что мы тут делаем. Я приехала вместе со своей подругой Ларой в Париж. После этого мы с ней едем в Амстердам, то есть мы здесь будем, получается, еще 3 дня. И потом мы сразу же отсюда на автобусе поедем в Амстердам, а потом оттуда в Берлин, просто потому что нам захотелось провести какое-то время вместе, немножко попутешествовать, сделать такие себе каникулы, небольшой отпуск после такого интенсивного, сложного и интересного года. Это такие наши каникулы, наверное. Меня все спрашивают, какие у нас планы. У нас, я думаю, практически планов нет. Наш самый главный план был просто гулять, наслаждаться городом, потому что я Париж очень люблю. Это один из моих самых любимых городов, как и Амстердам. Наверное, Париж, Амстердам и Бангкок — это прям мои самые-самые любимые города на данный момент. И наш главный план — это, да, это пить кофе, гулять, видеть любимые места, потому что я в Париже уже не в первый раз, но я безумно рада быть здесь каждый раз снова и снова, несмотря на погоду. И вчера был очень сильный ливень, мы безумно замерзли и потом грелись дома весь вечер. Я даже не сняла, как наш день закончился, потому что мы просто пришли домой без сил, сделали чай и валялись кто где, Лара под одеялом, я в комнате на ковре возле батареи, просто грелись, пили горячий чай. Вот, так что сегодня пока что солнечно, но обещают, что к часу пойдет снова дождь. Посмотрим. Погода здесь будет одинаковая, в духе плюс 3 градуса, периодически ветер, дождь. Я надеюсь, что сегодня погодные условия будут лучше, и я смогу снимать влог, потому что вчера я была с чемоданом в руках постоянно, мне не получалось объезжать людей, столбы, и держа в одной руке сумку с компьютером, с другой стороны, ну, с компьютером и с камерой, и с другой стороны это был еще огромный тяжелый чемодан с свитерами, потому что холодно. Так что я надеюсь, что сегодня все получится, и влог получится тоже. Я победила! Я надела футболку. Футболку даже пододела. Толстовку и толстовку сверху, невероятно. Почему я всегда опаздываю на встречи, которых больше всего жду? Thank you.
кофе в место, в которое Лара очень хочет попасть, точно в эту поездку. Мы как будто с тобой водку пьем. У тебя у нас торт и водка. Для уровня проф. У меня была такая в детстве. И вот такая шубка. Вот твой лук. Собираемся в Рашу. Лара приготовила нам ужин. Лара молодец.